Мама, мама, что я буду делать? Гу! Мама, мама, как я буду жить? У меня нет теплого мальчишки. У меня нет теплого белья. Вас приветствует автор-исполнитель Самсона Бандерлогин Бачковский. Вы знаете, некоторые телезрители считают, что мы, люди Самсона, должны писать музыку, тексты, знать жизнь. Ерунда. Я ничего не знаю, знать не хочу. Я человек Самсон. И такова наша доля — постоянно мыкаться вдали от родного очага. Жажда назывы гонит нас неведомые дали. Это жажда деньги. Я очень люблю деньги. Я очень люблю. Я очень люблю. Тем больше денег, тем больше Самсона. Правильно? Вы знаете, вообще прескурант моих песен вообще просто и понятен. Вот, ну, допустим, песня в мазуре — это, ну, где-то так, 500 батьков. Песня в миноре — 250 батьков. Ну, допустим, песня со счастливым концом, правда? Ну, это брак, типа там «Золотая свадьба», «Покупка загородного дома» в Финляндии, ну так, «Убийство конкурентов». Ну, это где-то 1500 батьков. Вот. Ну, а песня с трагическим концом — это, ну, там, «Расстройство брака», «Налет», «Облет», «Облава». Ну, это где-то так уже поменьше, да? Правильно? Вы знаете, много я очень пишу песен про профессии. Ну, там, допустим, про профессии. Это врачи, кардиологи, там, воры, там, да, бывает, там, вот. Скупщики краденого, ну, тоже не без этого, правда? Танкисты. Вот. И вы, мне вот совершенно сделали заказ в прошлом году. Мне сделали, девчонка смеется в своей виде, да? Вот. Мне в прошлом году сделали заказ на, говорит: «Слушай, ты можешь написать песню про управдом?» Я говорю: «Легко». Ну, многие в зале люди не знают, кто такой управдом, правильно? А нас и дедушки, и бабушки называли управдома человека, способного целым домом управлять. Понимаете, представляете, тысячи квартир. Можем представить 17-18 этажей. И маленький человек, практически карзик, понимаете? У него свои проблемы, там, жена беременна, все, там, дети, все. И он идет управлять домом, потому что не может без этого, понимаете? Песня была написана мной в такой несвойственной мне манере использования хардрока, металлики, и чуть-чуть я немножко добавил такой классики. Управдом. Я в твоем стоял подъезде, ждал, естественно, тебя. На своем обычном месте батарею теребя, что зимою согревало над тобою вечерком. Батарея вдруг отпала, а окатила кипятком. Управдом, дом, управдом, 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 дом, управдом, управдом, спасибо, управдом. Проходя седок соседский, меня тоже окатил, а его хозяин мерзкий слов плохих наговорил. Я уже хотел дать газу, но примчался управдом. Стунул гад меня три раза грязным мусорным ведром. Управдом, дом, управдом. Управдом, спасибо. Управдом. Балкончика не слышу. Управдом. Управдом. Балкончик, спасибо. Отдельно. Вы знаете, пользуется отдельной популярностью, знаете, ну, песня о любви, это мужская нежность, так сказать, к женщине, песня о мужской нежности мужчины к мужчине, немножко другая тема, я не люблю ее, понимаете? Я нормальную песню спою для пацанов. Песня, вы знаете, про девчонку, которая работает в МВД, ребята меня поняли. Песня написана в несвойственной мне манере, с использованием хардрока, металлики. И немножко добавил туда кантри чуть-чуть. Немножко даванул по кантри. Напали хулиганы
на деву с кугуртом. Залезли ей в карманы и дазы под пальто. Но девушка сурова достала пистолет, пальнула снова-снова, и хулиганов нет. Хулиганов нет, 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 хулиганов нет. Хулиганов нет, хулиганов нет. Хулиганов нет, хулиганов нет. Второй сейчас будет дублет. Но девушка сурова достала пистолет, пальнула снова-снова, и хулиганов нет. Во всех она попала, лизат они пластом, но долго вспоминала их руки под пальтом. Руки под пальтом, том-том, руки под пальтом. Руки под пальтом, а руки под пальтом. А хулиганов нет, 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 а хулиганов нет. Хотел уйти, но не уйду. Останусь так, знаешь? Ребята попсну любят, ну они тоже свои. Знаете, страстно пользуются песней о любви, это, знаете, он, она, интриги там всякие, да. Здесь очень крутой заказ, обычно у меня стоит где-то, ну, 2000 батьков куплет. Без текста. С текстом 3. Без музыки. С музыкой 5. Без аранжировки. Ну, вообще-то, вы знаете, я очень хорошо, мне платят, потому что я делаю так, что платит и он, она, поэтому и они довольны мне гораздо. Вы знаете, сейчас я спою песню, очень хорошую. Песня написана не в свойственном мне манере, с использованием хард-рока, хэви-метла и такого, знаете, напористого... Забыл слово, блин, а? Тесто вновь все прочищаю, мне там лишнее ногой. С изумлением замечаю, в носе палец-то не мой. И рука под ним чужая, здорова, как у коня. Волосатая такая, и растет не из меня. Растет не из меня, растет не из меня. Растет не из меня, растет не из меня. Растет не из меня. Растет из меня. Быстро к зеркалу у Бозы я от страха заикал. Никогда я этой розы в своей жизни не встречал. В спальню я свою метнулся, нет ли там беды с дыной. Подбежал и улыбнулся, спит, родимая, со мной. Родимая со мной, родимая со мной. А хулиганов нет. А родимая со мной. А хулиганов нет. А управдом. Сюда я. А хулиганов нет. Родимая. Дорогие друзья, знаете, я понимаю, что вам понравились мои версии, мой шансон. Вы знаете, до последнего хлопка, аплодисментов, до последнего помидора, вздоха. Я вас. Бандерлогин, Батьковский. И мои пацаны.